Всем привет-привет! Сегодня нас ждет распаковочка бокса. Хотя нет, это, скорее всего, косметичка от флакон. Здесь у нас идет куча продуктов, но вот такая вот, сейчас я коробочку уберу. Но какая-то такая интересная муфточка. Косметичка для кистей. Ее можно использовать и как подушку, как они говорят, и как муфточку, и как косметичку для хранения кистей. Крайне странно. Я не ожидала, что оно будет вот такое вот, какое-то такое странненькое. Как подушку я его использовать точно не смогу, потому что она слишком тоненькая и странная. Но как какую-то, я не знаю, муфточку или для хранения чего-то, кистей, например. А почему бы и нет? Так, здесь поставлю ее, чтобы она нам не мешала. И начнем. Парфюм здесь у нас идет с инжиром. Очень классный парфюм, очень его люблю, мне он нравится. Сбоку вставлю пирамидку обязательно. Еще один парфюм. Не могу уловить аромат. Такой, по-моему, мне еще ни разу не попадался. Попытались с табаком или еще с чем-то, но такого еще не было. Тоже обязательно вставлю пирамидку. Мне нравится оформление. Прям классное оформление. Так, здесь у нас крем. Восстанавливающий Сентел азиатской для лица. Не уверена, что это можно купить, но, скорее всего, можно. Тоже ставим тут. Молочная блеск маска для волос Ведьма от Estelle. По-моему, снимали уже с продажи эту серию. Наверное, вернули. Так, здесь у нас молочный протеин, ягоды бузины, кошачья мята и красное яблоко. Это не полноразмерка, поэтому ставим туда. Еще одна миниатюрочка. Это у нас очищающее масло. Я такое использовала в отпуске. Очень классное, хорошо очищает, но после него я использовала еще обычный гель для душа, потому что мне не нравилось ощущение на коже. Я смывала еще это средство. Еще одно средство Атурьяж. Это у нас крем. Обязательно подпишу, что это за кремушек. Здесь ничего не написано, к сожалению. Так, это у нас праймер. Привет, опять на свидание собралась. Праймер. Ничего не написано, что за праймер. Наверное, какой-то праймер. Скорее всего, это полноразмерка. Маскахолик. Уже, по-моему, попадалась такая маска Перфектор. Обязательно попробуем. Не уверена, что это полноразмерка, но все равно пока поставлю сюда. Вот как раз и шампунь из этой серии. Давайте так вот поставим. Шампунь из этой серии «Ведьма». Мне в целом нравился этот шампунь и маска. Мне не нравились. Действительно, блестели от них волосы. Но каким-то чудом они сняли с продажи эту серию. И опять она появилась. Удивительно. Так, здесь у нас, по-моему, это бальзам. Блеск-бальзам для губ. У меня такой уже есть. Не помню, в первом оттенке или нет. Да, такой же. Точно такой же. Кому-нибудь задарю. Такая вот эта полноразмерка. Довольно-таки дорогой продукт. Это точно. Дорогой, я знаю. Так, это у нас увлажняющий крем для сухой и чувствительной кожи. Не уверена, что это полноразмерка. Возможно, это миниатюра, но я обязательно тоже подпишу. У меня, к сожалению, сейчас довольно-таки сухая кожа. Потому что отопление прям шпарит жестко. И еще и, не знаю, на работе тоже очень плохой климат и отопление. В общем,
увлажнения не хватает. Биленда – это у нас Fresh Balance. Это что у нас? Крем-тоник увлажняющий. Обязательно попробую. Интересная такая пудрочка. Интересная пудрочка. Интересная тюба. Скорее всего, это полная размерка, поэтому ставим сюда. Так, дальше. Моя любовь – это сыворотка от Cosworker. Минус что-то потекло. Интересно, что же это потекло. Минус 2 градуса. Очень классная, хорошо увлажняет кожу. Мне она очень-очень нравится. Это полная размерка, 100%. Также еще одна полная размерка. Это у нас Доктор Хаушка. Средство для принятия ванны. Гармонизирующее молочко позволяет раскрыться в вашей душе. Понятно? Это вам не хухры-мухры. Вот такая вот штучка. Обязательно почитаю, как ее... Кстати, а как ее применять? На листе вкладыша. Понятно. Подпишу где-нибудь сбоку, как ее применять. Поставлю сюда, но это тоже полноразмерки, скорее всего, две. Еще одна полноразмерочка. Это маска увлажняющая. Это увлажняющая же, да. С гиалуроновой кислотой вот такая вот масочка. И еще одна масочка у нас идет от Ерма. Витаминная. Не пробовала, попробую обязательно. Вот это вот очень классная вещь. Это патчи для глаз. Очень дорогая фирма. Точно не полноразмерка. Они продаются в упаковочке, но я обязательно их попробую, потому что они мне когда-то понравились. Я прям запомнила, они мне понравились. Еще одна масочка от RAD. Ну, попробуем. Слышала негативные отзывы по этому средству. Мои негативные отзывы пихают все, просто уже, честно, устали. Многие, я думаю, устали от этого средства. И вот такая вот, это у нас получается эмульсия, увлажняющая, успокаивающая эмульсия с центеллой азиатской. Не знаю, этот бренд, какой-то новый бренд, это миниатюрочка. На этом все. В целом, очень классное наполнение, мне оно понравилось. Здесь почти все продукты, которыми я буду 100% пользоваться. Некоторые, конечно, для меня повторяются, но в целом ничего страшного в этом не вижу. Буду пользоваться обязательно. Пишите, как вам наполнение этого бокса. Мне в целом очень даже понравилось, честно. Подписывайтесь на мой телеграм-канал, на мой YouTube-канал. Ставьте пальчики вверх. Для меня это очень и очень важно. На этом все. Сбоку где-нибудь напишу обязательно выгоду с этого бокса, есть ли она и так далее. Надеюсь, они не удалили еще эти боксы с сайта. На этом все. Всем прекрасного настроения. Увидимся с вами в следующем видео. Всем пока-пока.